Ежегодный научно-образовательный цикл «Плавучий университет» стартовал в России еще в конце прошлого века. Однако Севастополь только в 2022 году стал одной из площадок для проведения образовательных лекций, посвященных океанологии и смежным областям. Сама программа «Плавучего университета» существует в Российской Федерации с 90-х годов еще. В 91-м году был первый рейс «Плавучего университета». Но вот в прошлом году Министерство науки и высшего образования поддержало эту программу и начала финансировать вот зимняя школа, сами рейсы вот этих вот судов. Севастополь – это одна из 9 площадок плавучего университета. Наш город участвует в этом проекте с прошлого года. Ведь у нас сразу 2 академических института – ИНБЮМ и ГИДРОФИС. Есть целая ассоциация плавучих университетов в России. Вот. И судов этих не одно. То есть это и Байкал, и Калининград, это Арктика, это Дальний Восток, это Волга. То есть очень много вот этих вот возможностей, куда ребята могут пойти в рейс после того, как они отучатся в зимней школе. Плавучий университет – это проект, ориентированный на поиск молодых специалистов и привлечение новых кадров к научным исследованиям. Во время зимней школы участники слушают лекции, а затем проходят практические занятия. По итогу проходит отбор в экспедиции. В этом году на плавучий университет подали заявки более 3500 кандидатов. Это молодые люди, которые уже учатся на океанологов, либо они хотят освоить какую-то смежную специальность. Короче, это будущие океанологи, будущий цвет океанологической науки России. Приехали ребята, которые прошли этот дополнительный конкурс. Они написали мотивационные письма, так называемые. Они доказали, что они действительно хотят и могут учиться и получить это образование. И участвуют потом в этих экспедициях. Здесь студенты могут изучить такие специальности, как зондирование океана, оперативная океанография, а также узнать больше о гидрохимических и гидробиологических исследованиях. Одна из лекций первого дня погружает студентов в область экотоксикологии. Такое направление появилось в нашем городе в 80-е годы прошлого века. Мы начинали с анализа бух, состояния рыб в различных бухтах. И, в общем-то, по их ответным реакциям и мы могли уже говорить о том, какое состояние тех или иных бухт. Как правило, в общем-то, мы накладывали то, что мы получали, их ответные реакции, на те загрязнения, на тот фон загрязнений, который был нам известен из различных литературных источников в этих бухтах. Экотоксикология позволяет узнать о загрязнении водоема по поведению его обитателей. Сейчас севастопольские ученые могут определить уровень загрязнения не только Черного моря в той или иной бухте, но и всех соленых озер полуострова. Одно из последних достижений – исследование, совмещающее в себе биологический мониторинг и техническое оборудование, позволяющее исключить субъективную оценку исследователя. Вот первая наша такая установка, она сейчас смонтирована на Сакском озере, успешно работает, и мы эти данные получаем в режиме онлайн-телеметрически. Экотоксикология базируется на 3 методах исследования. Это определение содержания различных загрязнителей в воде, биоиндикация, то есть определение состояния водной среды по реакциям организма в ней. 3-й метод – это биотестирование, который изучают студенты в зимней школе. На нем же основано определение предельно допустимой концентрации и летальных доз химических веществ, широко используемые в хозяйственной деятельности. В лабораторных экспериментальных условиях мы берем вид биомонитор вот этого рачка, в частности артемию, добавляем туда различные токсиканты в его среду и смотрим, как он реагирует. Еще один урок, который ожидал студентов в первый день зимней школы, рассказывал молодым океанологам об арктических морях. Севастопольские исследователи в 2021 году отправлялись к берегам Арктики. Второе же путешествие запланировано на лето этого года. Из тех студентов, которые успешно пройдут зимнюю школу, затем будет собрана команда для второй экспедиции. В первую очередь мотивированные, то есть это ребята с горящими глазами, которые могут не знать там всех деталей, и многого могут не знать на самом деле студенты, студенты магистратуры, бакалавриата, может быть, аспирантуры. Но те, кто реально океан вот уже когда-то успел полюбить и хочет узнать о нем больше, узнать нового, познакомиться с тем, как проводятся современные исследования. В предстоящем активном полевом сезоне планируется несколько экспедиций, в том числе и в Арктику. Среди льда и белых медведей будут работать несколько отрядов по разным научным исследованиям. Так, физический отряд изучает практически неуловимые явления. Мы – охотники за привидениями.
Вот. Но охотимся мы, правда, не за привидением, мы охотимся за внутренними волнами большой амплитуды, за вихрями. Это такие интенсивные, но очень быстро появляющиеся и быстро исчезающие процессы. Мы знаем уже по данным спутниковых наблюдений, что они часто в Арктике встречаются. По словам опытных океанологов, одно дело сидеть в лаборатории и обрабатывать спутниковые данные, но совсем другое – выходить в поле и получать результаты своей работы, изучать природу и влияние разных явлений. Специалисты Гидрофизического института считают, что сейчас особенно важно проводить исследования не только в Черном море, но и по всему миру. Севастопольская океанология расширяет свои горизонты и отчаянно нуждается в новых заинтересованных ученых. Мария Легина, Александр Устич, Севинформбюро.